удивительное создание. Это Эокелианупта. Уникальные ночные чешуекрылые. Исчезающий, можно сказать, экземпляр у нас в Европе. Вам нравится? Грандиозно. А тебе, маме, нравится? Чудовище. Чудовище. В самом деле чудовище? Да еще и какое. А какой-нибудь коллекционер заплатит за нее миллионы в будущем веке. Кажется, вы очень любите животных. Люблю. А как насчет людей? Терплю, но не очень. Особенно посторонних. Тогда отчего бы нам не перестать быть такими чужими? Хотя бы для начала. Представьтесь, наконец, как вас зовут. А вас как? Так, как и прежде. Лиза. Илья. Илья, это звучит, одного из пророков так звали, кажется. А может быть, вы тоже можете прорицать, предвидеть? Иногда. И что вскоре будет? Суп у вас остынет, если не перестанете болтать. Я хочу пить. Спасибо. Знаешь, Илья, я подумала... Знаете. Да, знаешь, вот о чем я сейчас подумала. У тебя красивый дом. Здесь уютно, тепло, тихо. А вот у меня в Милане ужасно. Движение, суета, такой шум, что до 3 часов ночи невозможно заснуть. Я ездила в Портофино, чтобы побыть одной. Но мне это не удалось, там тоже столпотворение. В Портофино у меня вилла на побережье. Могу отплатить тебе за любезность и летом пригласить на море. Летом у меня сбор урожая. Хорошо, приезжай в декабре в Куртино, в горы. В декабре я разливаю по бутылкам вино, выжимаю масло из олив. Когда же у вас в деревне бывает отпуск? Отпуск? Отчего? В отпуск уходит от работы, которая не нравится, а мне моя работа очень даже по душе. Однако же ты находишь время, чтобы читать. У тебя прекрасная библиотека. Я иногда читаю перед сном. Тебе нравятся детективы? Нет, я не люблю, когда убивают людей. Что случилось? Ничего, погас свет. Дай мне руку, я ужасно боюсь темноты. Поздравляем тебя, поздравляем, любя, поздравляем, Илья, с днем рождения тебя. Вдобавок, ты еще и родился сегодня? Да. Поздравляю. Что мне нужно делать? Задуть свечи. Дунуть нужно сильно-сильно. Черт подери, очень уж сильно. Одна, вторая, третья, четвертая. Их 40. 40 лет? Тебе столько не дашь. Конечно. А мне 25. И тебе столько не дашь. Конечно. Я думал, 26.